Здравствуйте, дорогие друзья, мои уважаемые зрители. Рада всех приветствовать на нашем с вами канале, на канале Пидубна Лайв, все о жизни Венеции. Сегодня мы приехали. Куда? Вы уже догадались, вы уже прочитали, да? Мы находимся в аутлете. Аутлет, дизайн аутлет. Дизайнер аутлет. Новента ди Пьяно, 40 километрах от Венеции. Неоднократно мы с вами здесь были. И начинаю я свою прогулку по аутлету. Да, я с людьми, людей отправила вперед, потому что я хочу начать свою прогулку из бара. Хочу выпить свою капучино и круассан. Можно и фреш, конечно. Можно и трамедина, уже все, можно. Бонжорно. А время у нас, который час? 12. Какой круассан? Надо уже трамезина. Так, в результате, что я взяла? Я взяла спремуту, тут имбирь, яблочко, фруктовый, да? И потом кофе. Кофе взяла такую 5 в одном, 5 порций. Смотрите, Виталий пьет кофе вот так, а я говорю так, мне лунго. Но сначала я пью всегда и ем фрукты перед едой, и пью спремуты всегда перед едой. А потом уже съем трамезинка с сальмоны и с авокадо. Я закончила свою трапезу и буду продвигаться в поисках своих туристов. Не знаю, куда я их отправила, в какие магазины. Там я их и найду. Просто если, может, надо будет какой-то дьюти-фри оформить. Сегодня мы уже были в аутлете обуви. И уже 4 пары обуви в одни руки. У нас так получилось. Смотрите, какой цвет на витрине. На витрине Елизавета Франчи. Мы можем войти, девочки не разрешают здесь делать видео. Сейчас давайте зайдем. Я люблю этот бренд. Он очень популярный в Украине. Шикарные платья, шикарные. Я сниму, покажу. Более черный, чем на камеру, цвет. Шикарно смотрится. И удобно одета сегодня, ничего нового на мне нет. Пиджак мой французский с девочками. Удобная моя обувь, брючки белые, чтобы не было совсем мрачно, хотя мама орет, американцы не одевают белые вещи после 1 сентября. Говорю, окей, мама, прекрасно, я одеваю круглый год все то, что мне хочется. Хорошее качество. Это они сохранили качество, потому что многое сейчас поменялось. Многое. А эта марка держит марку. Ой, я перевернула. Хорошо. Девочки поправят. Вот какая миди. Юбочка. Ну, красота. Это, кстати, новая коллекция. Ой, будьте здоровы, дяденька, на улице. Давайте все снимать вот так. Не буду. Ну и бархат, понятно же. И вот сапоги вам еще покажу. Везде мягкое, смотрите, вот мы смотрели с вами и другие марки, везде вот мягкие такие сумочки, мне нравятся, просто приятные на ощупь, вот вечерние варианты классные. Кстати, я вам показывала, что на складах есть фисташковые цвета, фисташка, это желтый, это лимонный желтый. Я просто говорю вам за фисташковый цвет, что вот на следующий сезон вот очень много вещей фисташкового цвета и желтого такого цвета, бананового еще говорят. Это то лимонный, это не банановый. И на складах уже тоже есть, появилось. Боже, какие шикарные нарядные платья. Thank you.
специальная стойка для длинных пол. Боже, каждое платье это шедевр. Смотрите, снизу короткое. И сверху такая бахрома. Оно, кстати, тяжелое. За счет этих камней, за счет этих камней и бахромы тоже. Но тяжеловатые. 780. Но реально они классные. Вот реально такие деньги, если есть люди, куда, если есть такие люди, такие девочки, которые, в которых такой образ жизни, есть куда ходить, это этих денег стоит. Тут видишь, за что ты платишь. Тут немножко запутали. Это такой тонкий бархат, да? А это какое шикарное. Смотрите. Ну просто. Как шикарно оно падает. Каждая по-своему. На все фигурки. Это тоже такое на ощупь приятное. Красивая зона декольте. 458. Пожалуйста. Вот вам и фисташка. Шикарные вещи. Шикарные такие добротные нарядные вещи. Если кому-то надо наряд, на кому куда там. Свадебные наряды всегда проблема подобрать. На какие-то дефиляды, да? Нужные наряды. Вот, пожалуйста, юбка гофре. Пол. Юлечка моя хотела. Сейчас я сниму. Цвет морской волны. Тоже даже мы смотрели с вами Louis Vuitton. Там тоже сумки были в таком цвете. Даже не люксовый бренд Louis Vuitton. Но цветовая гамма по всем маркам как-то. Боже, как шикарно. Давайте посмотрим, сколько стоит это маленькое платье. Шикарная. 585. Пожалуйста, цвет виола. Даже не виола, такая сирень. Белушная. Боже, я тут залипла. Я прям тут залипла. Такие шикарные вещи. Есть люди. Я слышу, что разговаривает на итальянском. Девочки даже музыку приключили, чтобы я могла спокойно снимать. Здесь специальная цена, но это уже по одной вещи остается, и вот делают скидки хорошие. За 64 специальная цена. Но в этом, наверное, и не садится. Уже шикарное платье. В нем не садится, конечно, а вот так продефилировать. Вечер на ногах. Выстоять. А это вообще с боди. Боди снизу, а сверху вот все прозрачное. Шикарное платье. 428 стоит. Снизу боди, надо иметь красивые ноги. Боже, что я вижу, сейчас вам сниму. И что это вам напоминает? Это шнур. Это тюга. Когда-то были такие шнуры, да? Прикольно. Джинсовый белый. С вами даже говорить не хочется, потому что тут не надо ничего комментировать. Тут вещи и качества говорят все сами за себя. Ну, цены, конечно, цены, но вот этого стоит. Смотря на эту жизнь, которая у нас сейчас. Хочется уже и нормальных вещей, качественных.
уже так мало осталось качественных вещей, понимаете, и за облачные цены, то это еще относительно нормальные цены на цена и качество. И вещь, просто вещь какая, просто как сделана. Вот это ценю, что они держат свою марку. Спасибо, Елизавета Франклин. Иду, говорю с девочками, а вы смотрите следующую секунду. И так приятно находиться в таких местах, красивых местах. Ой, для меня это тоже красота. Понимаете, вы скажете, вы же у нас смотрите вещи, красота. Бонжорно. Для меня это красота, потому что это людская работа. Это люди делают, это люди работают. И для меня это очень ценно. Вот. Кстати, мужские, может быть, и женщине 41. Есть же женщина, вот у меня была на днях туристочка, проблема у нее 41-42, это же вообще проблемно. Кстати, тут всегда был другой бутик. Они что-то съехали. Или просто переехали, сейчас погуляю, то буду видеть. Может, они просто поменялись местами. Grazie. Questa è già nuova collezione. Uh-huh. Bellissima, tutta in seta. Uh-huh. Naturale шелк, nuova collezione. Цена вам сейчас скажу. 448. Это баталы, кстати. Немножко бижутерии. Кстати, это пластика, а не натуральные камни. Кто любит боди? Водичка для животных и водичка для людей. Хотя та и та очищенная, кстати. Вот двое деток везут сразу же. Немцы 100%. Вообще раздетые ходят. Люблю я, конечно. Дальше. Серые. Новые модели Пучинели. И на этом, дорогие друзья, я заканчиваю наш обзор. Начинаю новый. Поехали. А, поехали. Arrivederci, ci vediamo presto. А я закругляюсь. Сейчас работаю дальше. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. Чао-чао, пусики.